Всем добрый день! Сегодня у нас квартира планировки 2+1. Достаточно просторная квартира, светлая. Это у нас вид с балкона. Газ проведен. Зал. Квартира у нас везде на полу ламинант. Зал совмещенный с кухней. Это у нас спальня детская. Выход у нас на тот же балкон. Это у нас родительская спальня. Со своей гардеробной. Со своей ванной комнатой, подвесной унитаз, большая раковина и достаточно большая душевая кабина. Вот такой вот у нас коридор. Я сейчас иду с родительской комнаты. Налево у нас детская спальня. Еще налево у нас зал совмещенный с кухней. Потом прихожая. В прихожей у нас шкаф для верхней одежды и обуви. Здесь у нас общий санузел. Тоже подвесной унитаз, полотенцесушитель, большая раковина, место для стиральной машины. Этот санузел больше, чем тот по размерам. Лестничная площадка. Мы находимся на 8 этаже. Выход на лестничную, на лестницу. На каждом этаже у нас 1, 2, 3, 4, по 5 квартир и 2 лифта. Территория комплекса. Взрослый детский бассейн. Видеонаблюдение есть на территории комплекса.